Здравствуйте, ученички! Это я, Лидия Хулигановна, и сегодня наш урок называется «Фулл-кап». Что это такое, объясняю. Фулл-кап предназначен для женщин, которые хотят скрыть свои персики. Кому не подходит фулл-кап? Кого Бог обделил? Грудью сверху, да, грудь снизу. Мне он тоже не подходит, потому что я люблю, чтобы мои груди стояли, как конь в стойле. Кто любит такой бюстгальтер? Ответьте мне. Кто не любит, чтобы у них грудь выделялась? А это кто? Это скромницы, старые грымзы и училка из кинофильма «Люди в черном». Поняли? А ты что там спряталась, как зайчиха сидишь? А мне муж не разрешает, это же минимайзер, он грудь маленькой делает.